Алло. Управление ФСБ. Да, здравствуйте. Меня Павел зовут. Собственно, я даже не знаю, с чего начать, что вам рассказать. Я, в общем-то, живу сам в Москве, и я фотограф, часто катаюсь по городам по разным. Вот. И получается, летом этого года я был в городе Томске. И в августе месяце как раз. И дело в том, что я вот сейчас посмотрел расследование Навального, и он там приводит фотографии людей, которые его якобы отравили, да, вот как раз он называет их сотрудниками ФСБ. И представляете, я думаю, а дай-ка Рамки посмотрю стоп. фотографии. Так вот, я дело в том, что нашел на своих фотографиях человека, которого как раз он обвиняет, получается, в покушении на его убийство. И Алло. что? И что нам-то хотите сказать этим? Ну, я не знаю, там мне, ну, какое-то расследование у вас проходит, там кому-то нужны вообще, ну, какие-то доказательства, фотографии там или что? Или вообще что мне с этим делать? Алтай не занимаемся этим расследованием. Ну, я не знаю, тут просто у него написано, что вот у вас они как раз вот один из них отсиживались в вашем управлении ФСБ в Горно-Алтайске. Я думаю, Ну, может, вы пишите, знаете. прилагайте фотографию А как куда вам написать? на сайт. На какой сайт? На официальный. Электронный сайт. А, fsb.ru или что там? Да. Как он звучит? Я просто думал, может быть, я не знаю, может, они там у вас, не знаю, может, вы их там задержали, может, вам нужны доказательства какие-то или что-то. Нет. Не А задерживали вообще, никого. ага, а вообще, ну что, мне можно вообще об этом кому-то говорить или нет? Там в Ну а СМИ, почему может нельзя? быть? Я вам говорю, заявление напишите. Ага. Что Нет, у вас имеют? заявление это понятно. Я имею в виду, там в СМИ эту фотографию нельзя отправить, нет? СМИ? Да. Но я не знаю, с какой целью. Ну как, Что ну у меня это такое? же. Вы переживаете за свою безопасность или что? Ну, во-первых, да, просто чтобы меня потом эти же, вот, не знаю, коллеги, они вам не коллеги, не пришли, не траванули новичком, как минимум. Или там, чтобы не посадили меня, вот, ну, просто. Смотрите, это ваше дело. Просто я проблем не хочу, я простой человек, я случайно попал в эту ситуацию, конечно, меня, ну, как бы, ну, не очень устраивает, что там кто-то кого-то убивает и так далее, но это дело не мое. Ладно, тут какой-то долгий позвонил мне. Спасибо тебе. Ну, давай, спасибо еще раз. Алло. Алло, да. Да. Вот, ну, подскажите, что мне просто сделать в такой Данные ситуации? оставьте мне свои. Ага, записывайте. Просто вот как это все увидел, так... Так, хочу на Алло? фотографии, кого вы там нашли? Такого мужичка, сейчас скажу, в очках. Тут он указан как... Сейчас скажу. Некий Александров. Александров. Да. Я пока только его нашел, но я еще даже все не... Может быть, там еще кто-то, конечно, есть. У меня много там Проходит фотографий. по делу Навального, да? Да, да, Или да, как? по делу Как Навального. Ну, называется? которого он говорит, что это сотрудник ФСБ, какой-то там у него образование медицинское или что-то. И он якобы именно он, вот он и еще кто-то там его отравил. Вот. Именно исполнитель этого, ну, убийства получается. И где фотографию этого делали? В городе Томске. В городе Там в Томск. центре как раз буквально, там, я не знаю, там, в 50 метрах от его вот этой гостиницы. Этим летом, да? Да, 19 августа вечером. Просто я не знаю, у него тут написано, что вот у кого есть какая-то информация, там отправляйте, ну, ему, типа, Навальному, там, чтобы, или в СМИ. Я просто решил сначала позвонить, ну, в органы, как бы спросить, что мне с этим делать. Почему нам-то в Республику Алтай позвонили? А что-то неувязка какая-то.
Вы будете смеяться, но я позвонил сначала в Московское, потом в Томское, и нигде не взяли трубку. А тут я вот дальше смотрю, вот тут как раз Горно-Алтайское управление ФСБ идет у него в тексте получается. И вот я думаю, может туда позвонить? Может. Александров вот этот на фото там, да? Что еще раз? Александров вот этот, говорю, на фотографии вы увидели его. А Да. фотографировали кого именно-то? Я никого не фотографировал, я просто город фотографировал. Улицу. И он случайно попал, что ли? Да, причем на нескольких фотографиях. Как раз вот в 50 метрах от его гостиницы. От вот этой вот гостиницы, как она там, хрен его знает. А там кто жил-то? Вы или этот Александров в гостинице в этой? Нет, в гостинице я вообще не жил, я там у друзей жил. Я там гулял, фотографировал, я фотограф. А гостиница как называется, не помнишь? Сейчас скажу. Гостиница, где Навальный этот жил, да? Ксандер. Ксандер. Ладно, хорошо, передадим им эту информацию. А мне-то что пока делать? Знаю, я вам говорю, на сайт, если там телефоны никто не берет, выложите на сайт. Ага. Ну, к вам понятно, я имею в виду там в СМИ куда-то там отправлять мне, не отправлять там, или, ну, что мне вообще, говорить об этом кому-то или нет. Ну а кто просил-то об этом? Навальный просил СМИ выложить. Да, тут же, ну, написано, он приложил, просто я сначала, ну, как бы вам позвонил, ну, спросить, как бы, ну, как дел, ну, вообще, что мне с этим делать, я в такой ситуации в первый раз в жизни, если честно, и не думал, что окажусь. На сайт ФСБшный выложите, что есть у вас такая фотография там, например, или Ага. информация, просто мы Хорошо. решили по делу. И больше пока никуда не выкладывать, да? И вас там потом замучают эти все корреспонденты и все прочие Ну вот я вопросами. про это же, я просто корреспондент это ладно, просто если это как бы ваши коллеги там ну что-то какую-то секретную операцию проводили, просто я не хочу, чтобы я случайно там умер, да, там от не знаю чего, от нарушения обмена веществ. Просто Ну чтобы тогда, такого значит, не было. Что еще раз? больше тогда не звоните, значит, никуда, если этого Хорошо. боитесь. Хорошо, я понял вас. Я готов с вами сотрудничать, только не убивайте меня. Пожалуйста. Я вам первым позвонил, пожалуйста. Не надо меня убивать новичком там или иным способом. Вот, все, спасибо, тогда со мной свяжутся, я надеюсь, да? До свидания. Ага, до свидания. Вот это прикол. То есть, если ты не хочешь, чтобы тебя убили новичком там или иным способом, то не выкладывай никуда. Ну, я как бы тут не советчик, но не выкладывай никуда, если не хочешь проблем. Ну что, пишите свои комментарии, что думаете по этому поводу. Ставьте этому видео лайк. Ну и также подпишитесь на канал и нажмите колокольчик.